Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» проводится по инициативе партии «Единая Россия». В этом году она проходила в лицее номер 4. Мы выбираем разные места, и, конечно, и наше управление социальной защиты, они рекомендуют именно тех ребятишек, кому действительно нужно помочь с исполнением желаний. Потому что деток у нас очень много, вот, а есть ребята, которые действительно нуждаются в поддержке старших товарищей. Поэтому именно управление социальной защиты нам рекомендует именно на кого обратить особое внимание. И, естественно, с помощью каких-то определенных действий ребятки пишут письма Деду Морозу, и мы эти желания размещаем на елке желаний. Лицей номер 4 посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный, который наугад снял с елки один из шаров. На нем оказалось желание 8-летнего Ярослава из Яхромы. Меня зовут Ярослав, мне 8 лет. Я живу в Яхроме. Мы с моим братом Богданом очень хотели на Новый год получить умную колонку. Ярослав, я обязательно исполню твое желание, чтобы ты смог пользоваться умной колонкой. С Новым годом тебя! Илья Игоревич также не смог оставить без подарка и его брата Богдана, который мечтал об игровой приставке. Знаете, мы вообще так неожиданно удивлены тем, что сколько добра на нашу семью в этом году свалилось с неба, я так по-другому не могу назвать. Тем более сегодня Рождество, и мы оказались как бы в числе тех, кто получил свои загаданные подарки, да, Ярослав? Которые мы хотели. Которые мы очень хотели. Мы очень благодарим Дмитровский район, наших прекрасных руководителей, замечательного директора спортивного комплекса «Сарачаны». От нашей семьи огромное спасибо. Мальчишки, что вы получили? Расскажите. Я получил блендер, который хотел. Еще я получил умную колонку Алисы. А я получил лазерную каску и игровую приставку. И еще от вас мы получили 3 мишки. Белые. Три медведя. Да, у нас все теперь с эмблемами «Сарачан». Хочу сказать большое спасибо за то, что в этом году такую услугу нам оказали. Спасибо огромное. А главным сюрпризом стало катание на тюбингах с ледяной горки в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Сарачаны». Мальчишки были счастливы. Ведь для каждого ребенка катание на тюбинге – это незабываемое зимнее развлечение. Нам очень приятно принять участие в этой замечательной акции, которая называется «Елка желания», помочь детям. В свою очередь мы подарили детям наши маленькие новогодние подарки от символикой курорта «Сарачаны» и катание на тюбингах с ледяной горки. Благодаря благотворительной акции «Елки желаний» новогоднее волшебство сбывается. Акция продлится до 30 января.